Снегопады отступили. На Иваново обрушилась новая напасть. Из-за перепадов температуры из плюсовой в минусовую на городском асфальте образовалась толстая ледяная корка. Для мэрии и коммунальщиков начался сезон борьбы с наледью. Техника посыпает улицы песко-соляной смесью с раннего утра. Для тротуаров, где крупногабаритные машины не проедут, не так давно были приобретены два вот таких аппарата – «Ситикэта». Мы работаем в две смены – утро и ночь. Машина очень удобная, комфортабельная, проста в управлении, импортная техника. «Ситикэты» работают круглосуточно. За 12-часовую смену такая машина успевает просыпать до 30 тысяч квадратных метров городских тротуаров. То есть за сутки вдвоем эти малыши посыпают около 120 тысяч квадратных метров. А в городской мэрии уже подумывают над приобретением дополнительной техники. В этом году мы приобрели две единицы вот на уборку и посыпку тротуаров. Всего у нас в городе задействовано на посыпке тротуаров до 10 единиц, которые могут разбрасывать песок. Но, к сожалению, очень много мест, где техника не пройдет, их приходится обрабатывать вручную, потому что ни одна техника, понятно, что не заменит нам, да, человека с лопатой, с ломом. Вот. Но вот посмотрели, как работают вот эти две приобретенные «Ситикэт». То есть они как бы все-таки направлены больше на летний период работы. Поэтому обязательно будем приобретать что-то, может быть, попроще, не за такие деньги, но будем обязательно приобретать, парк будет обновляться. Гораздо лучше, чем в прошлом году, обстоят дела и с частным сектором. ТОСы теперь могут работать с субподрядчиками напрямую, без привлечения администрации и без лишних проволочек. Мы собрали совещание председателей ТОСов и наших подрядчиков, кто занят на зимней уборке уличной дорожной сети, и напрямую их свели. То есть председатель ТОСа может обратиться по телефону к нашим подрядчикам или непосредственно управление благоустройства, и в определенное время ему будет выделена техника по уборке частного сектора и территории любого из ТОСов города Иваново. Особое внимание должно уделяться придомовой территории во дворах. Это входит в обязанности управляющих компаний. А мэрия лишь изредка должна проверять, выполняются ли работы. Сегодня мы проводим инспекционный рейд в рамках, значит, посмотреть, как у нас эксплуатационщики, значит, борются с образованием наледи на придомовых территориях, дабы избежать травматизма. Вот мы выехали сегодня в местечко Авдотино, видим, что дворники работают, песок посыпан. Хочу еще заметить, что песчаная смесь без солей и других химических, в их составе нет никаких химикатов. То есть она абсолютно безопасна как для животных, так и для обуви наших граждан. Не зря говорят, предупрежден, значит вооружен. Вооруженные ведрами с песком, лопатами и информацией о предстоящей проверке местные дворники подготовились к визиту ревизоров. Правда, одну деталь все же упустили. Подходы к мусорным бакам заканчиваются буквально на полпути. И начинается лед. Хотя в целом жильцы и посетители двора работой коммунальщиков довольны. А это главное. Вот я здесь хожу сюда каждое утро и каждый вечер этим двором. И дворник здесь замечательный, снег всегда убран. И под дорожки посыпаны. Только вот плохо мусор вывозят. Но это уже, наверное, не к дворнику, да? А дворник вот этого дома, по-моему, какой, 14 дом, очень хороший. А вот жители местечка Сортировка о визите чиновников мэрии уже даже не мечтают. Привыкли, осенью здесь лужи, зимой гололед. Не посыпаются ни тротуары, ни придомовые территории. Не говоря уже о том, что чудо-ситикэты просто не знают сюда дороги. Дорога, тротуар, дойти, это вот пешеходные дорожки, до магазина дойти, до остановки дойти. Это, я не знаю, вот не ходим, а ползаем. Летом грязи, воды полно, а зимой скользель. Вот сейчас видите, нигде не посыпано, нигде ничего не убрано. Вот так вот относится к нашей сортировке. В микрорайоне проживают сотни людей. Среди них пожилые люди, семьи с детьми. Для любого из жителей такая халатность коммунальщиков может обернуться травмами. Наталья Романова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.